Наша компания называется Enel International. Это сетевая международная компания. А что значит сетевая? У нас сеть магазинов, сеть мини-маркетов с товарами ежедневного использования. Различная продукция продается внутри магазина, начиная от питания, заканчивая бытовой химией, дезодорантами, косметикой и так далее. То есть есть все для всех на любой вкус. Все аналогичные товары люди покупают в обычных супермаркетах, то есть товары те, которые необходимы каждой семье. Магазинов очень много. Если мы берем территорию России, то практически в каждом городе есть наши магазины, там от 1 до 3 магазинов в каждом городе. Плюс есть площадка интернет-магазина. А также магазины и представительства нашей компании есть во всех странах СНГ практически, а во многих странах Европы, в Гонконге и в Таиланде. То есть вот такая большая международная компания. Смотри, чем тебе могут быть интересны наши магазины. Ну, ты, например, покупаешь где-то чай, бытовую химию, там, косметику, там, что-то из питания. То есть покупаешь в обычном супермаркете. Но супермаркет тебе не делает за это никаких поощрений. А если ты рассмотришь наш магазин и товары нашего магазина и станешь потребителем, то компания Enel будет тебе делать по системе кэшбэка возврат на счет, возврат денег на счет даже за твои собственные покупки. А как это происходит? Ну, смотри. Вообще здесь есть два источника дохода. Первый источник дохода – это личный объем. Личный объем – это собственное потребление и твои рекомендации. Здесь ты получаешь до 30% по системе кэшбэк, то есть тебе возвращается на счет денежные средства даже за твои покупки. Купил там себе, например, гель для душа за 300 рублей, 40 рублей тебе вернулось. При том у тебя есть личный кабинет, в котором ты видишь всю историю своих покупок и все кэшбэки. Можешь отследить полностью получение всех средств. Плюс твои рекомендации. Например, работа вся строится на ID-номере. То есть у каждого менеджера компании есть ID-номер. На этот ID-номер можно приобрести вот такой бизнес-инструмент – клиентские карты. Карта нужна потребителю, то есть просто твоему клиенту, кому-то из твоих знакомых. А магазин работает по принципу сети магазинов Метро. Для того, чтобы что-то тебе приобрести, тебе необходима клиентская карта, либо ID-номер. То есть без этого покупку не сделать. Вот, поэтому те карты, которые ты берешь на свой номер ID, они привязаны к тебе. И покупки твоих клиентов, твоих потребителей, знакомых по этим картам, они будут попадать в твой личный объем. А ты будешь получать до 30% от стоимости, от суммы этих покупок. А в нашей компании единые цены. Что это значит? Никто никому не делает скидок. То есть ты как менеджер будешь брать товар по тем же ценам, что и твой клиент. Но ты будешь получать вот этот кэшбэк. Товарооборот у нас считается в течение 1 календарного месяца, там с 1 по 30, 31 число. Допустим, через твой номер ID за месяц прошли покупки на сумму 25 тысяч рублей. Ну, то есть по твоим клиентским картам, по твоим рекомендациям люди сделали вот такой товарооборот, то есть сделали вот такие покупки. За этот товарооборот компания тебе платит на счет 8 тысяч. Из этих 8 тысяч 5 ты забираешь деньгами, и 3 тысячи у тебя будет бонус на продукцию. То есть берешь внутри магазина себе что хочешь на эту сумму. Товарооборот 25 тысяч – это примерно 200 баллов. Почему мы считаем товары не в рублях, а в баллах? Потому что работаем с разными странами и не привязываемся к какой-то определенной валюте. Вот, за 200 баллов у тебя будет вот такой кэшбэк. Если товарооборот будет у тебя 400 баллов, то твой кэшбэк составит 16 тысяч рублей. То есть на счет тебе придет вот такая сумма. А сразу же говорю, что занимаясь вот этим направлением, личным объемом, занимаясь клиентским форматом, здесь больших денег ты не заработаешь. Хотя заниматься им тоже очень выгодно и очень удобно, очень приятно. То есть тут нет прямых продаж. Тебе не нужно будет ничего закупать, тебе не нужно будет ходить с товаром, там что-то кому-то впаривать, продавать и так далее.
А здесь все по последним технологиям, по последнему слову техники. То есть попробовал товар, если он тебе понравился, сделал кому-то рекомендацию, подарил клиентскую карту и получаешь вот такой вот кэшбэк. Ну, я тебе могу сказать, что занимаясь вот этим вот направлением, максимум, что ты можешь заработать, это примерно 20-30 тысяч. Вот, больше сумму заработать уже сложно. Поэтому здесь бизнеса никакого нет. Этим направлением мы не занимаемся как таковым. Но мы просто там делаем рекомендации, закрываем примерно 200 баллов, потому что это выгодно, потому что вот такой кэшбэк приходит. Но это по желанию, то есть тебя никто не обязывает делать эти товарообороты. Смотри, основной доход, он вот здесь, в групповом объеме. Это товарооборот, который тебе будет приносить твоя команда. Твоя задача — выстроить сеть потребителей. Как это происходит? Ты приходишь в компанию, знакомишься с продукцией, что-то пробуешь, изучаешь, делаешь какую-то минимальную активность. Ну вот, например, вот эти вот 70 баллов личной активности. Приглашаешь в свою команду несколько знакомых. Эти люди приходят, изучают также систему, изучают магазин, что-то пробуют. Они делают тоже минимальную активность. Вот таким образом создается небольшой товарооборот. И компания тебе делает поощрение. Она делает тебе поощрение, помимо вот этого, вот этих кэшбэков. Ты получаешь еще и по 1000 рублей с каждого человека, кого ты в эту систему приглашаешь. А с каждого твоего менеджера из твоей команды. Кто сделал минимальную какую-то активность, ну пусть там даже на 35 баллов. Вот пригласил сюда 10 человек. Первый твой доход в этой компании будет 10 тысяч рублей. Вот такой вот бонус. Причем, если эти люди с тобой включаются в бизнес, начинают здесь что-то делать, то это ты будешь получать эту сумму ежемесячно. Но здесь вопрос твоих амбиций. Хочешь получать бонус 30 тысяч, пригласи 30 человек. Хочешь получать 90, пригласи 90. Вот такая система. То есть это первая составляющая твоего чека от группового объема, вот от этого направления. Смотри дальше. Твои люди, они приходят сюда и, изучив систему, также начинают строить команду, потому что им тоже интересен доход. Причем в групповом объеме, вот здесь, когда ты создашь команду и у тебя будет товарооборот от команды, здесь твой доход, он будет расти каждый месяц, и самое приятное, что доход этот будет пассивным. Смотри, как это происходит. Твои люди приглашают к себе в команду также несколько знакомых, которые делают какую-то активность. И у тебя при этом растет общий товарооборот. Причем неважно, как далеко человек, на какой он глубине, в каком он городе, в какой стране, он будет в твоей команде, потому что все построение идет через ID номера каждого в системе. Это все автоматически происходит, это все считает программа. У тебя на сайте будет личный кабинет бесплатный, в котором система будет тебе сама считать твой групповой объем. То есть ты будешь видеть, во-первых, всю свою команду, видеть будешь каждого человека и личные объемы, вот эти минимальные, каждого внутри системы. Все это будет складываться в твой большой групповой объем. Как это происходит? Например, ты сделал 70 баллов, твои там несколько менеджеров сделали 70 баллов, и их менеджеры сделали какую-то активность. Кто-то может, кстати, 200 баллов сделать, кто-то может 150, кто-то может там меньше 30 баллов сделать. Все это складывается вместе с твоим личным. Тебе компания платит от 7 до 21% на счет от товарооборота. То есть деньги тут не из воздуха, деньги идут от товарооборота. От активности каждого внутри системы. Это могут быть личные покупки, ты просто становишься потребителем, меняешь один магазин на другой, и свои бытовые потребности ты удовлетворяешь в нашем магазине. Либо, например, делаешь рекомендации, точно так же кому-то даришь вот такие карты клиентские, кто-то через твой номер ID по карте делает покупку, приносит тебе личный объем, ты делаешь какую-то минимальную активность. Вот. Вот эти проценты, которые тебе с группового объема выплачивает компания, они зависят от твоей квалификации. Смотри,
Когда тебе команда принесет всего лишь 1000 баллов, ты начнешь получать первый пассивный доход. 2500 рублей. И вот это будет вторая составляющая твоего чека. То есть первая составляющая вот здесь. Это ежемесячный бонус за тех ребят, кого ты пригласил, кто с тобой включился в бизнес. А вторая составляющая – это идет пассивный доход от общего товарооборота всей твоей команды, какая бы она большая ни была. На товарообороте 2000 баллов, твой пассивный доход 10 тысяч. И когда тебе команда приносит 3000 баллов, ты закрываешь первую серьезную квалификацию. Она называется «Звезда». Стар, твой доход получается на этой квалификации 22 тысячи рублей. Это твой пассивный доход. Вторая часть твоего вознаграждения. Вот. Твой суммарный доход на этой квалификации, он может доходить до 70 тысяч рублей. То есть здесь зависит от того, какой у тебя бонус, ну и плюс вот этот вот вторая составляющая твоего чека. Ну, могу сказать про себя. У меня квалификация «Звезда» закрылась на второй полный месяц работы. То есть можно закрыть даже в первый месяц, если активно работать. Активно работать по нашему алгоритму. То есть в первый месяц уже можно выйти на доход примерно 50-60 тысяч рублей. Вот. Смотри, что еще интересно. Здесь есть еще программа «Автобонус». То есть компания тебе дарит автомобиль новый с автосалона, Mercedes C-класса на квалификации Diamond Star. Бриллиант. Теперь я тебе расскажу, как это происходит. Смотри, ты закрываешь квалификацию бриллиант. Что такое бриллиант? Это в твоей команде три человека, всего три человека в разных направлениях, в разных линиях, кто закрыл квалификацию звезда. Всего три звезды закрылось. Это уже большой товарооборот. При таком товарообороте идет хорошая прибыль компании и хороший твой чек. Чек у тебя на данной квалификации будет от 100 до 150 тысяч рублей. Закрывается она от 4 до 6 месяцев работы по нашему алгоритму. Держишь квалификацию товарооборот 3 месяца и забираешь автомобиль. Автобонус происходит таким образом. Компания оформляет автокредит. 20% стоимости автомобиля вносит за тебя единоразово. У тебя на руках документы, ПТС-ка, по которой ты уже владелец машины. В течение 3 лет компания выплачивает за тебя этот автокредит. Но платит она не из твоего чека, а плюс к тому, что ты зарабатываешь, она платит бонусом за твой автомобиль. В чем состоит твоя задача? Либо увеличивать товарооборот, увеличивать свой доход, расти в квалификациях, либо стоять на месте в течение 3 лет, не уходить из компании. Все, за 3 года автокредит выплачивается, машина полностью твоя. Вот такая система. Смотри, если тебе это интересно, я предлагаю следующее. Первое. Я делаю тебе доступ в личный кабинет. Делается это бесплатно, ни к чему тебя не обязывает. Сразу говорю, никаких регистраций проходить не нужно, никаких там взносов вступительных платить не нужно. Значит, у тебя будет личный кабинет, пароль для входа на сайт и ID-номер, как у менеджера. Когда ты заходишь под ID-номером и паролем, ты можешь посмотреть маркетинг-план, посмотреть про программу «Автобонус», условия автопрограммы. Я тебя добавляю в наш рабочий чат в WhatsApp. Это очень важно, потому что это очень важный, полезный бизнес-инструмент. Там постоянная выгрузка информации по бизнесу в формате аудиозаписи, различные ссылки на видео и плюс полностью обмен опытом с командой, и там ты можешь задавать любые вопросы. Ребята делятся там своими результатами, выкладывают результаты по товарообороту, можно отследить динамику их развития. Ну и плюс я тебе отправлю небольшой пакет материалов, которые тебе нужно будет почитать. Пару дней вот это все изучаешь и принимаешь решение. Если тебе бизнес будет интересен и ты захочешь здесь зарабатывать, следующий шаг, который нужно будет сделать, это активация контракта.
Контракт активируется на 6 месяцев и пролонгируется потом каждые 6 месяцев. Смотри, для активации контракта необходимо сделать товарооборот через твой ID номер на 70 баллов. Это могут быть твои покупки, то есть можешь в течение это товарооборот, он делается до конца месяца. Это могут быть твои покупки, это могут быть покупки кого-то из твоих клиентов вот по таким клиентским картам. То есть тут уже ты сам выбираешь, либо сам покупаешь, либо находишь кого-то желающих, кто захочет что-то из продукции приобрести. Все, активируешь контракт. Что тебе это дает? Ты становишься менеджером системы. Я тебе высылаю алгоритм работы, то есть пакет материалов, который позволит тебе окончательно разобраться с этой системой, включиться в бизнес, научиться всему. То есть ты получаешь материалы. Вот эти материалы, они разработаны конкретно для нашей структуры, для нашей команды. Никто другой этими материалами не пользуется. Благодаря этому алгоритму работы у нас такое быстрое развитие, такой быстрый рост получается чеков и закрытие квалификации. Дальше. Когда ты активировал контракт, для меня это сигнал, что ты включился в бизнес, тебе это интересно, и ты начинаешь здесь работать. Соответственно, я тебе помогаю, то есть я тебя обучаю. И я помогаю тебе построить твою команду. То есть мы с тобой строим команду. Как это делать, я тебе расскажу. Я научу тебя, как правильно составить список, кого мы будем приглашать, как правильно приглашать и как проводить вот такие встречи. Теперь немножко о перспективах. Смотри, сейчас май. Ты принимаешь решение, активируешь контракт. В июне мы с тобой закрываем квалификацию «Звезда». Ты получаешь свой первый ощутимый доход, серьезный, в размере там от 30 до 60 тысяч рублей. Мы начинаем строить с тобой команду. Начинаем строить команду сразу с момента твоей активации. То есть под тобой люди уже начинают обучаться. Дальше смотри. Июль, август. У тебя в команде закрываются звезды. То есть ребята точно так же активируют контракт, начинают обучаться, мы им помогаем. Они закрывают звезды, выходят сами на доход, уже на хорошую квалификацию. Ну и соответственно с момента закрытия тобой квалификации Diamond Star ты держишь товарооборот 3 месяца и забираешь автобонус. Ну, если посчитать, то это будет октябрь, ноябрь. То есть вот в этот период времени ты забираешь Mercedes C-класса. Поэтому смотри, делаем тебе личный кабинет, изучаешь материалы, принимаешь решение. Если твое решение да, включаемся в работу, и я тебе помогаю построить структуру и выйти на хороший чек.